Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами устройство OKITEL C15 Pro. И в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять соотношение сторон в камере на этом телефоне. Для этого нам надо зайти в камеру и в самой камере в левом верхнем углу нажать на шестеренку, чтобы попасть в настройки камеры, где в пункте «Размер фото» в скобочках мы видим соотношение сторон наших фотографий. Это 4 к 3, 18 к 9. И все, здесь всего два расширения или разрешения, неважно. Я думал, хотя бы один к одному будет. Ну, довольно-таки слабоватенько, на самом деле, обычно есть 3 или даже 4, а здесь всего 2. Ну, в принципе, вот таким вот образом вы можете их поменять. А мы на этом будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!